подушка такая большая белая. Я не знаю. Мне кажется, что я слишком добрый. Иногда надо быть пожестче в жизни. Но не могу, потому что это вот... А вот это и есть. Ведь что такое доброта? Это душевная субстанция. Или там злость. Это тоже душевная вещь. Это не брейн. Это четко рождается в каком-то другом месте. И у меня душа, как вот этот был великий Велимир Хлебников, который складывал в подушку свои стихи. В наволочку из-под подушки. Так вот у меня... Я туда складываю, в эту наволочку. Она уже как подушка стала. И я вот оттуда вытаскиваю иногда что-то и отдаю, Знаете, то есть он складывал стихи, а я складываю туда весь свой опыт жизненный, который уже нажил. И теперь он приобрел какие-то свои мысли, назначения. И я достаю эти оформленные мысли или желания и отдаю. Это вот душа.